Обычный город Сочи. Рай для отдыхающих в период пандемии. Но даже такое место не миновала жуткая угроза. Где-то на самом дне Черного моря притаился древний монстр по имени Ктулху. И пока в Сочи апрель месяц и межсезонье, Ктулху решил восстать из моря. Внучок, этот день настал! Ктулху пробудился, чтобы разнести здесь все к ядреням! Дедушка, что мне делать? В моем гараже стоит огромный робот, которого я делал всю свою жизнь. Советская разработка. Ключ от него лежит на столе. Но я же совсем не умею управлять. Ты сейчас в третьесортном кайдзю-муви. Тебе не нужно учиться управлять роботом. Ты уже умеешь им управлять. Просто иди и действуй. Николай Гакорин смог одолеть Ктулху на роботе своего дедушки. Ктулху ушел от нас, но кто знает, когда он вернется в следующий раз.